вот. Тяжеловато. Вы знаете, я не наблюдала этого. Ну, не следила за этим. Я как-то не заметила. Ну, я вообще к коронавирусу отношусь... Даже не знаю, как вам сказать. Я... Ну, не считаю, что это вообще серьезно. Коронавирус для меня это как-то... В 21-м году. Хочу, чтобы мы нормально дышали. Без масок. И чтобы мы нормально общались между собой. Когда хорошо, когда плохо. А что можно в такое время сделать для людей лучше? Из всех сил стараются. Да, да, они старались, как могли. И перекрывали, как могли, чтобы не... Этого, скажите мне, с ГРЭС, ну, с этой, с блокпостов люди больные не шли. А как могли, сделали все для нас. Все-таки у нас малый показатель по сравнению с городами. Ну, всем здоровья, правительству нашему сил, здоровья, нашему государству здоровья. Дети, чтобы были, радовались, улыбались, чтобы было все хорошо. Это тяжелый, очень тяжелый, больницы все провели время, так что да. Будем надеяться на лучшее. Если мы пенсионеры, я думаю, что заботятся о людях, заботятся, молодцы. Да. И тепло, и вода всегда. И что, жить можно, у нас, по крайней мере, лучше, чем жить там можно, в магазинах что есть, да. Так что спасибо. Дай нашим. Бог им здоровья, и с Новым годом их поздравляем. Мира хотим, и спокойствия, и стабильности. Так, неплохо. Как еще может пройти? Нет. Нет, наверное. Конечно, нет. Много и так людей заболело. Ну, да. Тут даже меры, тут меры. Да. Ну, как можно считать нормально? Не ощущается. Можно так, мягко сказать. Как вам сказать? Хоть бы на неделю поменялись местами с нами. Ну да. Да, и пожили бы, как мы. Ну да, чтобы они нас почувствовали, да, как мы живем. Ужасно. Сложный вопрос, сложный. Да, эффективный. Чтобы не был как 2020. Отличный. Главное, чтобы войны не было. Мы надеемся, что они делали то, что могли, что себе могли позволить, наверное. Так только. По войны не было болезней, чтобы не носили маски. Самое главное. Тяжело. Конечно. А, от властей не знаю. Замечательно. Катастрофа полнейшая. Ничего они не сделали. Да. Благополучие, здоровье и счастье.